До 20 случаев покусов животными фиксируется ежедневно в Астрахани. Чаще всего на граждан нападают безнадзорные собаки. Есть и случаи покуса дикими животными. Как отмечают специалисты, в летнее время агрессивность четвероногих возрастает. Любой покус требует медицинской помощи. Как избежать неприятностей и что делать, если нападение все же произошло, выясняла наш корреспондент. Ольга Алексеевна – владелица трех собак. Женщина признается, что очень любит животных и уж тем более не испытывает перед ними страха. Так сложилось, что пострадать астраханке пришлось от дворовой собаки. Немножко меня укусил собака, ну, в другой организации. Ну, теперь вот хожу на прививки, лечусь. Случай Ольги Алексеевны не единичен. В теплое время года количество обращений за специализированной медицинской помощью резко возрастает. Отмечают врачи-травматологи. У животных, как правило, появляется потомство. Как следствие, повышенная агрессия. Начиная с весны и до зимы, у нас самое большое количество пострадавших не только от собак, от кошек, от диких животных. Они приходят ежедневно. Статистика говорит о том, от 8 до 25 человек в день обращается за антирабической помощью. Устрашающие 40 уколов ушли в прошлое. Сегодня курс антирабической помощи ограничивается 5 процедурами. Правда, единственным средством лечения укушенных остается вакцинация. Что касаемо антирабического кабинета, на самом деле он единственный в Астраханской области. Вообще антирабическая помощь, она может оказываться в условиях любой центральной районной больницы. То есть жители, если вдруг, или контакт с животным, или укус неизвестного животного, они обязательно получают эту помощь. Врачи-рабиологи предупреждают, пренебрегать медицинской помощью в случае покуса животными нельзя. Вирус бешенства поражает нервную систему человека и в 100% случаев приводит к смерти. С наступлением осенне-зимнего периода в группе риска егеря и охотники. Специалисты рекомендуют всем контактирующим с дикими животными заранее подумать о мерах профилактики. Анастасия Ширяева, Серик Намазбаев, Новости 24, Астрахань.